Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас небольшие покупочки из подружки. Тоже, наверное, как и в Магнит Косметик, больше расходки. Но давайте посмотрим. Первое, что взяла, две зубные пасты в запас, потому что что-то кинулось, а у меня в запасе ни одной пасты не осталось. Думаю, надо брать. Взяла вот такие. Получается, одна макарун, видимо, она называется, с грейпфрутом. Подсвечивается такая яркая паста зубная «Доктор Ли» с пробиотиками, со свежим ароматом персика и мяты. Вот, тоже мне интересно было попробовать. Так что ни то, ни другое еще не тестила, даже бренда не знаю. В последних пустых баночках, где у нас уход за волосами, показывала вам пустой флакон от Organic Shop. Серия Apple Organic – это у нас глубоко очищающий яблочный детокс-шампунь. Я говорила, что хочу его повторить. Вот. Я его повторила, потому что он мне очень нравится и пахнет приятно, не пахнет уксусом, хотя он типа, да, с органическим яблочным уксусом, но пахнет просто кисленьким яблочком, поэтому прям у кого жирные волосы или кто хочет просто вот на периодически какое-то экстра очищение, то есть любой стайлинг вымыет, там сухой шампунь, если переборщили много, там напшикали, все вымыет прям отлично. Мне очень понравилось, поэтому я вот повторила. Так, взяла дезодорант, это правда не мне. Это у нас Rexona, их серия, которая премиум коллекшн, с разными ароматами. Я вам показывала, по-моему, с Озона я себе заказывала грейпфрутовый. Вот он. Я им, правда, еще не пользовалась. У меня аромат Deep Aqua, бергамот, грейпфрут и соль. Вот, но я люблю, вы знаете, грейпфрутовую всю эту историю. А вот этот я взяла пион, малина и лич. Этот я взяла для своей подруги. Вот, она давно хотела все попробовать, и тоже что-то на его, ну, как-то не попался он ей на глаза. Но смысл в том, то, что я забрала последний. То есть, вот это, он там стоял один, подружки. То есть, я думаю, так, ну ладно, это знак, возьму ей, отдам на днях. Истощились все запасы лесного бальзама и вообще ополаскиватель для полости рта. Взяла таежные ягоды, вкусненькие, приятные, рот не дерет. Уже тоже не первый раз. Дальше взяла еще три тканевые масочки в отпуск. Это у нас бренд Tenzero, не все три. Значит, первая у нас с авокадо, питательная. Дальше очищающая с маслом чайного дерева. Ну, я вообще чайное дерево фанат, поэтому мне надо. А это у нас для лица с винным экстрактом для эластичности кожи. Вот это все со мной поедет в отпуск. Я в отпусках прям очень люблю тканевые маски. Как раз на них есть время. Можно прям вот максимально с пользой проводить время, что называется. Дальше, еще в тему дезодорантов. Себе в запас взяла Rexona. Стик, соответственно, свежесть душа. Потому что у меня сейчас, мне кажется, к Новому году как раз... Один уже сейчас в пустые банки уйдет, еще одна Rexona точно уйдет, и мой любимый Armand Hammer тоже уйдет в пустые банки к Новому году точно. Поэтому пополнила себе запас. А это запас мужу Axe Black. Он практически без запаха. Вот. Там был еще, который грейпфрут кардамон, с ароматом, вот то, что в Магнит Косметик в покупках я вам показывала гель для душа. А здесь, соответственно, такой же был, только вот с этим же ароматом зеленый. Он говорит, нет, давай пока вот этот, а тот зеленый возьмем ближе к весне. Такая, ну, окей, хозяин барин. Кстати, в тему Rexona уже по-русски. Ну, окей. А для волос еще взяла. У меня что-то закончились все маски. Прям какой-то капец. Олин. Интенсивная маска для восстановления структуры волос. Это волосы кератиновым протеином, возвращает блеск, здоровый вид. В общем, попробуем. И еще одну маску. Это у нас бренд Professional Organic Oil. У них, я так поняла, что есть две линейки, ну, по крайней мере, то, что в подружке стояло. Именно органовая серия и с облепихой. Теперь вопрос. Называется, чем вдохновлялись, да? Ну, то есть, максимально, я думаю, что понятно. Вот это настолько похожий голубой цвет, оранжевая вот эта капелька, то есть... Moroccan Oil здесь явно явился идейным вдохновителем. Вот. Еще не пробовала. Она идет
восстановление блеск для сухих, поврежденных, окрашенных волос. Sauce Repair. Ну, посмотрим. И последнее, что я взяла. Ну, вы знаете, как я люблю блестяшки. Это у нас Art Visage однушечки Illusion. Сияющие тени для век. Полупрозрачная текстура, глиттерное сияние. У меня получается оттенок 31, вот этот светленький, и 32 зеленый. Сейчас покажу сводчи. Вот так выглядит. Давайте смотреть. На самом деле, кстати, под разным освещением это еще и дуохромит, потому что вот так я смотрю в камеру, прям явно зеленый же цвет. Если я смотрю так, он у меня уже прям ровно в синеву уходит. Давайте смотреть сводчики. Итак, смотрим. Какое сияние, сверкание, вы только посмотрите. И это же прям все, как я люблю. Прям мне очень нравится. Реально, да, при разном освещении это будет дуохромить. Это прям очень красиво. Очень мне понравилось. По цене что-то они стоили в районе 300 рублей каждая. То есть, с учетом, что иногда однушки стоят сильно нескромно, то за такую цену это очень приятная текстура. Они прям как будто полукремовые. Вот единственное, что вопрос, насколько быстро они подсохнут. То есть, наверное, придется им пользоваться почаще, чтобы они, соответственно, успели себя отработать, что называется. И вот опять же, вот так я смотрю, просто под таким углом. Вот эти беленькие, они прям холодные белые. Вот так к вам поворачиваю, сразу золотинка какая-то появляется. То есть в зависимости от цвета, конечно, это будет играть очень красиво и по-разному. Вот, все. Это, собственно, все. Наш пакетик пуст. Небольшие вот такие покупочки получились. Я говорю, опять почти все расходка. Но зато мы вот обнаружили случайно две красивые крошки. Я, кстати, единственное, не знаю, это насколько это новая линейка, то есть, или это я проглядела просто. Вот, но будем пользоваться. Все, заканчиваю болтать. Надеюсь, было интересно и полезно. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.